мир творцов. В него нет доступа никому. Ни человек, ни страж еще не бывал в их измерении. Вы проникнете туда через аргент-фабрику творцов в адском городе Некровола сквозь пустоту. И помните, самому вам оттуда не выбраться, но Вега может создать портал для выхода. Вот почему вы должны взять Вегу с собой на Урдак. Понял. Я отключаюсь от систем этого корабля. Обработка. Полный перенос на внешний носитель завершен. Вега больше не подключен к вашему кораблю. Теперь я настрою для вас портал в Некровол. Не нужно ли вам что-нибудь еще, прежде чем мы отправимся в путь на Урдак? Оттуда нельзя вернуться до конца задания.
Внимание! Сопротивление выходит на связь для передачи срочного сообщения от комитета. В последние 24 часа по всей планете наблюдается массовое отступление демонов-захватчиков кровавым гнездом. Ученые комитета предполагают, что такое поведение свидетельствует о приближении могущественного демона. Преисподней где-то в этом здании. Определить точное местонахождение я пока не могу.
Палач, ты думаешь, мне конец? Посмотрим, выйдешь ли ты живым из этой проклятой цитадели. Внимание, палач прибыл. Альтернативно живому персоналу принять к сведению.
мои сестры, зверь приближается ко мне, но он слаб. Пусть ваша ненависть не уступает его решимости. Лишь тогда вы будете спасены.
Ваше спасение заключено в его гибели. Миф о великой силе палача теперь развеян. Вы же видите, братья, он потерял всякую волю к борьбе. Сожрите его душу. Я должен выжить. Защитите меня в час нужды и обретете законное место в новом мире. Супер-дробовик. Реликт из прошлого. Жрецы постарались спрятать его от вас здесь. Thank you.
Всему персоналу святилища уничтожить палача. Жрец должен выжить. Повторяю, жрец должен выжить.
Что, ты еще не устал, палач? Ничего, мы сломим твою волю.
Не нужно ли вам что-нибудь еще, прежде чем мы отправимся в путь на Урдек? Оттуда нельзя вернуться до конца задания. Thank you.
Идите вперед и найдете доктора Хайдена. Ранее в этом... ...комплексе располагался штаб сопротивления. Хорошие новости для верных. Внимание! Персонал под угрозой. Начинаем процедуру эвакуации. We'll be right back.
Штаб комитета находится под угрозой. Примите свои страдания, юные приверженцы. Thank you.
Не нужно ли вам что-нибудь еще, прежде чем мы отправимся в путь на Урдек? Оттуда нельзя вернуться до конца задания.
сохраняйте спокойствие. Обстановка только кажется тревожной. У нас... Кровавое супергнездо находится рядом. Это место, где началось вторжение. Старейший оплот зла на этой планете. Силы комитета не смогли отразить атаку демонов.
до сердца нужны еще два ключа. Ищите. Иногда эволюцию нужно немного подтолкнуть. Делаем для этого все возможное. Это сердце гнезда. Оно пустило корни в силовой установке комплекса. Гнездо можно уничтожить, включив генератор. Когда ваша душа будет погружена. Теперь у вас есть доступ в центральный зал. Генератор в режиме консервации. Он будет запущен на полную мощность при ручной подаче команд с двух терминалов. Открываю первый за дверью слева.
астероид, чтобы уничтожить его. Я пока не могу открыть не дверь, за которой второй терминал. Сделать для вас. Ищите обходной путь.
вентиляционный люк приведет вас прямиком к терминалу. Перезагрузите его с командной консоли, чтобы убить сердце. Генератор перегружен. Двигайтесь к порталу выхода. Внимание! Основной генератор перегружен. Повторяю, основной генератор перегружен. Проследуйте к ближайшему аварийному выходу. Начат процесс самоликвидации комплекса. Сохраните работу и проследуйте к ближайшему выходу. Не нужно ли вам что-нибудь еще? Прежде чем мы отправимся в путь на Урдек, оттуда нельзя вернуться до конца задания.
расположен напротив этого комплекса. Внимание! Ведется стрельба из БМГ-10000. Также рекомендую вам поискать источник энергии для БМГ-10000.
Подождите. На мосту есть технический... Внимание! Ведется стрельба из БФБ-10000. Эвакуационные порталы доставят вас прямиком в комплекс на поверхности Марса. Спуститься к ядру Марса на спасательной капсуле. Вот только отсюда так просто не доберешься.
к Рудине. Обращайтесь к Джессике в отдел кадров, чтобы записаться на стажу. Thank you.
мифы о палаче Рока, о его силе, о его воле. Все это для неверных. Прокладывают. Перед вами. Стали стражем, а он был затерян. Портал перенесет вас в твердыню стражи, где скрывается жрец. Подойти.
несет вас в твердыню стражи, где поджидает жрец преисподней Деоград.